Отдельно стоящий бункер, предназначенный для крупногабаритного мусора, расположен в непосредственной близости от дома номер 17 по Строительной улице. Местная жительница Лариса Бизин рассказывает, что из-за постоянной переполненности контейнера строительные отходы продолжают выбрасывать уже возле него. Ненужные доски, сломанная мебель, старые рамы от окон после ремонта не вывозят по нескольку дней, а вокруг бункера образовалась настоящая свалка. Здесь вот идет дорога, и рядом помойка, и рядом бункер. Очень удобно, как бы вот ты подъезжаешь, сбрасываешь весь промышленный мусор и уезжаешь. То есть не надо никуда заезжать, ничего. Проблема заключается в том, что за вывоз мусора отвечает региональный оператор, который свои функции выполняет нерегулярно. Иногда за него это приходится делать управляющей компании. Мы постоянно работаем с диспетчерами, ежедневно даем заявки, значит, для вывоза данного мусора. Но оригинальный оператор реагирует, ну, скажем так, не всегда своевременно. До приезда нашей съемочной группы мусор успели вывести рано утром. Накануне вечером сотрудники управляющей компании неоднократно информировали диспетчера регионального оператора о сложившейся ситуации, но никто не выходил на связь. Уже тема поднималась, и вчера я еще раз поднимал с управлением ЖКХ администрации. Соответственно, да, будем прорабатывать в дальнейшем на штабе, на следующем по вывозу мусора. Это все будет озвучено, и рекуператор должен принять меры по устранению. Представитель депутатского корпуса заверил, что ситуация взята на контроль, и проблему надеются решить уже в ближайшее время. Если региональный оператор продолжит выполнять свои обязанности недолжным образом, то будет поставлен вопрос о его замене. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.